Добрый вечер, дорогие участники, дорогие партнеры, лидеры. Я всех приветствую на нашей технической школе. Хорошо, что вы приходите, хорошо, что вы приходите за знаниями, чтобы понимать маркетинг, понимать цифры, понимать те самые главные преимущества Money Magnet, которые приводят вас к большим результатам. Сегодня я расскажу первое о новостях компании, значит, что готовое решение обновилось. Сегодня оно проходит последние тесты, и поэтому завтра до обеда мы его включаем. В субботу мы с вами встречаемся и все это вместе настраиваем, поэтому на субботу запланируйте прям 2 часа плотненько время на техническую школу. Приходите, можно будет сделать все интерактивно, у кого не получится, значит, по боту сделать, да, то есть бот будет оповещать, что нужно сделать, но если у кого-то не получится, приходите на школу в субботу в 5 часов по Москве, и мы с вами настроим интерактивно прямо у вас на телефоне, покажете нам свой телефон, и мы вместе с вами очень быстро настроим готовое решение. О готовом решении мы тоже сегодня с вами поговорим, что в него включено и так далее, то есть как его нужно настраивать. Я еще раз проговорю стратегию по настройке готового решения, потому что это тонкий инструмент, и нужно с ним уметь владеть. Да? Значит, это мы сегодня с вами проговорим. Первое, что мы с вами сейчас проговорим, это маркетинг в цифрах. Да? Значит, как заработать $1000? Давайте мы с вами начнем с этого. Это самая такая тема распространенная, как приглашать и как заработать $1000. Все хотят с быстрого старта, быстро стартануть, быстро получить $1000. Это как бы самый такой минимум, который партнер хочет, да, и потом $1000 получать постоянно, да, то есть вот что нужно сделать для того, чтобы получить $1000 и потом на постоянной основе годами получать эту $1000 постоянно. Да? Вот это мы с вами сейчас и проговорим. Как один из вариантов мы с вами проговорим. Я сейчас сделаю трансляцию. Так, я включал звук Ангелине Филатовой. Ангелина, можешь сказать, меня видно, слышно? Да, видно очень хорошо и слышно. Отлично, отлично, Ангелина. Спасибо, все. Потом в конце у нас будет блок вопрос-ответы, поэтому приготовьте свои ручки, записывайте вопросы и в конце поднимаете руку вверх, я включаю микрофончик, и мы с вами все обсудим. Досконально обсудим. Углубимся настолько глубоко, насколько это возможно. Смотрите. Давайте так. Маркетинг в цифрах. У нас есть 7 столов. Значит, каждый стол 15-местный. Активация стола дает вам, значит, ну, активация первого стола – это и получение первого инструмента готового решения. Готовое решение. То есть при активации маркетинга первого стола вы получаете готовое решение. Значит, готовое решение, в принципе, стоит $15. В это готовое решение входит два инструмента, даже три. То есть это бот, который автоматически подготавливает вашу группу, наполняет вашу группу уникальным контентом. Второе – это бот взаимной подписки. Это такой бот, который... по которому ваша группа участвует в рандомизации, и участники компании заходят в вашу группу, ставят лайки и выходят, тем самым создавая органический трафик в ваших группах. Это второй инструмент. И третий инструмент – это трафик-бот. Трафик-бот – это такой сервис, через который вы заказываете услуги по наполнению вашей группы, по раскрутке группы, по покупке группы, допустим, если у вас ее нету, и так далее, по инвайту. Значит, и вот как раз эти три инструмента, они в себе заключают готовое решение.
То есть, понимаете, там три сервиса, три инструмента, а в целом это называется готовое решение. Так вот, вы получаете его сразу же при активации маркетинга с $15. Эти сервисы, эти боты и эти возможности, которые есть в готовом решении, они в совокупе примерно дают $300 ценности. То есть $300 человек получает ценностью сразу же при активации $15. Дальше у нас есть вторая доска за $50. При активации двух столов за $15 и 50 вы получаете еще один инструмент, это бот-админ. Бот-админ. То есть у вас будет пожизненный доступ к своей админке, где вы будете бот-админ, и еще его мы называем бот последнего сообщения. То есть это такой инструмент, который вы уже можете использовать в любых своих целях, научившись работать с ним. Что он делает? Он делает какой-то пост, вы делаете там свой пост любой, значит, ссылочкой, ну, любой пост, и даете, значит, этому посту какой-то определенный промежуток времени, то есть, допустим, чтобы он в вашем чате удалялся раз в 3 часа и заново публиковался. Также через бот-админ вы можете назначить несколько постов, то есть сделать 3-4 поста и через разные расстояния, через разный промежуток времени в вашем чате будут эти посты поститься. То есть таким образом у вас постоянно идет реклама и постоянное вовлечение вашей аудитории, которую вы добавляете в свои группы. Потом при активации третьего стола за $150, да, вы получаете еще один очень мощный инструмент и еще там плюсик такой будет сейчас. Один инструмент – это клонер. То есть клонер позволяет любому партнеру масштабироваться. То есть смотрите, готовое решение возможно настроить только на одну группу, только на один чат, понимаете? В один чат вы добавляете не более 10% каждый день от количества участников в этом чате. Значит, если у вас 1000 человек, вы добавите всего 100. А если большой лидер хочет масштабироваться, ему нужно таких групп, значит, 10 либо 100. Допустим, если у него 100 групп и по 100 человек в каждую группу он будет добавлять, то в день 10 тысяч человек будут оповещены о его инструменте, о его предложении, о его чек-листе. Да? То есть он сделает оффер. Он сделает оффер 10 тысячам человек. И он получит в этот день 100-150 заявок. Понимаете? Вот это масштабирование. И как раз клонер, он и делает, что делает? Что у вас есть одна группа наполненная, вы ее назначаете донором, и по этой группе у вас клонируется еще 100 ваших групп. И мало того, в клонер будет включена еще функция, что все посты, которые вы постите в свою, значит, в свой чат, который донор чат, этот пост, он автоматически будет разлетаться по всем 100 либо 1000 ваших чатов. То есть это еще и автопостинг, понимаете? Поэтому этот инструмент, он очень дорогой. Вот вообще бот-админ и клонер – это около $1500. То есть если вы пойдете в интернет и подобные инструменты, опять же, с тем функционалом, который есть у нас, их нет, но вы возьмете несколько инструментов, и, в принципе, это будет считаться одним инструментом, и в целом вы $1000-$1500 потратите. И плюс будете ежемесячно еще платить этот самый абонентскую плату. Вот, поэтому здесь за $215 Money Magnet мы предлагаем комплект очень классных IT-продуктов, которые позволяют вам работать с трафиком, масштабироваться,
искать трафик, направлять на себя трафик, понимаете, направлять на себя входящие заявки. А что нужно в MLM? Это получать входящие заявки, чтобы знакомиться, чтобы доносить свои преимущества и свои предложения, свои офферы, да, чтобы у вас строились большие команды, а там, где большие команды, там и большие деньги. Поэтому эти все инструменты, они направлены на что? На построение сильной дружной команды с дубликацией, с возможностью дубликации. Значит, дальше. Поэтому вот этот пакет, да, вот этот пакет на $215, он имеет большую ценность. Дальше у нас есть стол за 500, за $1500, за $4500 и за $15000. И смотрите, теперь маркетинг в цифрах. То есть это я проговорил про бонусы, которые получает любой участник в компании. А теперь поговорим про цифры. Если партнер зашел на $15, то при закрытии своего стола он уже получает $39. Если партнер зашел на два стола 15 и 50, то он уже с 15, с первого круга доски на $15, он получит $89 на вывод. На вывод, да? Просто посмотрите, какая разница между вашими инвестициями, которые вы вкладываете, и то, что вы получаете. А что нужно сделать? А нужно сделать всего лишь 14 человек в своей команде. В первой линии 3 человека, во второй линии 9 человек и в третьей линии 2 человека. Все. В каком месте и как кто пригласит, разницы нет. Первый бонус вы уже получаете с 4 человека. Поэтому... Первый бонус 70% от $15, то есть первые $13 вы получаете уже с 4 человека. Поэтому наши столы и наши цифры маркетинга, они рассчитаны так, чтобы человек очень быстро выходил, молниеносно быстро выходил без убыток, потом спокойно строил себе команду и работал в этой компании долгие-долгие года. Потому что у нас есть ранговая система. И вот как раз ранговая система и реферальная система, они дают любому партнеру 100% понимание работы в долгую. То есть ему здесь выгодно работать долго, годами строить команду, потому что здесь нет потолка. Здесь постоянно идут реферальные вознаграждения, постоянно идет... Значит, акции компании, человек получает при открытии рангов, да, и на каждом столе каждый раз 8 бонусов идет начисление человеку в кабинет. Мало того, еще и автоматический переход. Значит, все ваши партнеры, кто идет за вами, они автоматически перейдут дальше на стол 50, на стол 150, на стол 500, на стол 1500 и так далее. Чем выше стол, тем больше реферальное вознаграждение, тем больше, естественно, бонусное вознаграждение. Потому что 70% от 1500 – это уже хорошая цифра, которая прилетает к вам на кабинет. Поэтому здесь в Money Magnet все строят бизнес и все понимают, что... 15-долларовая доска, она без рефералки, она разгонная. Просто, как говорится, попробовать, зайти, попробовать, посмотреть алгоритм, посмотреть на команду, посмотреть на создателей, познакомиться с готовым решением, настроить, получить там первых двух партнеров. Вот это разгонная доска. Если вы показываете преимущества, которые получает человек при активации пакета столов, то есть 3 стола за 15, за 50 и 150, это всего $215, вы в разы себе сэкономите время и в разы увеличите
скорость прохождения до хороших чеков, до $1000. Значит, а ценность вы показываете нашими продуктами, IT-продуктами, которые помогают любому человеку строить хорошие команды. И ценность этих инструментов в целом где-то $1500. То есть $215 человек инвестирует, он очень быстро выходит в безубыток, уже с 6-го человека в команде он выходит без убыток, у него уже 215 будут на кабинете. Но он с первых дней получил в $1500 инструментов, понимаете? Вот это как раз и есть превышающее преимущество над той инвестицией, которую вкладывает любой партнер в свой бизнес, идя в маркетинге money magnet, понятно, да? То есть мы каждый строим свой бизнес, но мы идем по маркетингу компании money magnet. Поэтому, значит, дальше идем по цифрам. То есть первый стол, понятно, да, что $39 с первого круга. $89, если у вас активирован 50-й стол. А если у вас активирован 150-й стол тоже, то что получается? Ваши партнеры одновременно точно так же заходят, как вы. И получается, что вот здесь на доске в $50 на столе у вас получается $214 уже на кабинете на вывод. Понимаете? То есть 89 плюс 214 уже 300... так, сейчас, одну секундочку, сколько получается? 303, да? Так, 80... Сейчас, одну секундочку. 90... Ну да, да, 303. $303 уже у вас вот здесь есть. То есть к вам... Зашли 14 человек в команду, в первой линии у вас 3 человека, и все идут так же, как и вы. Допустим, покупают пакет, который самый выгодный, на $215. Что получается? Давайте посмотрим, где наша 1000. Да? Давайте, вот. Значит, вы пригласили 3 человека. Пусть это будет не сразу, сначала пригласили одного, этот один человек... пригласил, допустим, двоих, там, да, потом вы пригласили еще одного, ну и так далее, постепенно, да, либо сразу пригласили троих, то есть у всех получается по-разному. Так вот, значит, ваши три личника приглашают точно так же по 3 человека, вот так, да, и вот когда вы 3 человека пригласили, у вас сразу же открывается ранг серебро. И смотрите, как только открывается ранг серебро, вам в кабинет прилетает 10 токенов, 10 акций МК. Каждый токен $10. $100 вы уже получили. Вот к вам пришли 3 партнера на третий стол на $215, и $100 у вас уже в кабинете в виде токенов. Дальше 3 партнера, вы с ними работаете, а у них пришло 9 человек, и, скажем, здесь один человек где-то, и здесь один человек где-то. Вот. Вот это ваша команда. И вот эта команда, она составляет 14 человек. 14. Теперь смотрим на стол. Смотрим на стол, на наш. И вот получится вот так, что будет ваш стол, вы будете стоять магнитом, вы... Ваши партнеры первой линии, они в любом случае будут стоять 2 человека в директорах, а один человек где-то переливом, значит, под вашим человеком будет стоять в менеджере. Да? И пошла команда. То есть я не буду сейчас как бы именно показывать, кто куда встает. Это у нас было на других школах. Сейчас это не неважно, сейчас нужно показать именно, вот 14 человек, смотрите, вот здесь 7 человек, и вот здесь 7 человек. Если нарисовать это в виде матрицы, то получится 15-местная матрица, где во главе будете вы, и вниз будет такая, ну, то есть вот эта часть вот сюда, вот эта часть вот сюда, вот так, да, если это соединить, вот. Вот они, ваши партнеры. И вот смотрите, если у вас 14 человек в команде,
и они заполняют целый стол, что происходит? Вы получаете 8 бонусов. Вот с этих мест, с мест участников, вы получаете по 70% от стоимости стола, вы получаете бонусами автоматически к себе на кабинет. Значит, первый стол за $15 плюс второй стол за $50 и плюс третий стол за $150, везде вы закрыты. И вы перешли на четвертый стол. То есть вы стоите в столе за $500. Кто-то уровень называет, кто-то стол, то есть кому как удобнее, да? То есть четвертый стол, $500, это уже ваше достижение, это ваш вклад в будущее развитие своего бизнеса. Так вот, $500 вы уже стоите. Вы также стоите на реинвесте первого стола, второго стола и третьего стола, потому что у нас автоматически открываются реинвесты, как только вы закрываете стол. Таким образом, значит, у вас что получается? Смотрите, с первого стола вы получили $89. Ревка там отсутствует. Ой, вместо доллара нарисовал процент. $89 с первого стола. И пошли на реинвест. А со второго стола вы получили $214. То есть у вас $303. И со второго стола вы получили рефералку со своих трех личников. По $1.8 вы получили 3 раза. Ну, считаем $6, давайте, да? То есть у вас $310. И третий стол. В третьем столе вы получаете $800. Но с третьего стола у вас активируется за $500 следующий четвертый стол. И получается $150 активируется еще раз реинвест. Поэтому у вас остается $150. Так вот, у вас здесь 310. И здесь 150, 400, 460, да? $460 у вас с команды в 14 человек уже есть чистые прибыли, которые можно уже потратить на свои любые цели, потому что у вас уже все следующие столы и реинвестные активированы. Вам уже не надо больше вкладывать, да? Вы один раз вложили $215, построили себе команду в 14 человек, и все, и у вас уже, это уже идет пассивный доход, понимаете? $460. Теперь давайте посмотрим дальше, что происходит. Вы стоите на реинвесте первого стола, второго стола и третьего, и стоите на четвертом. Что происходит? Естественно, ваша команда, ваша глубина, она также делает точно так же, как вы. То есть мы сейчас говорим про дубликацию, про точно такие же действия. И смотрите, получается, 8 человек приходит, один, 8 человек пришло, один магнит улетел к вам на реинвест. Значит, мы 8 умножаем на 14, да, 14 мест у нас, 8 умножаем, это мы прямо сейчас считаем чисто вашу команду, без учетов каких-то переливов, без учетов вышестоящих команд, которые к вам тоже попадают неизбежно по алгоритму. Мы сейчас считаем, как будто вы один строите команду, и вы на столе встаете только вы и ваша команда, так скажем, да, без переливов. Смотрите, то есть 14 человек мы умножаем на 8, что получается у нас? 80 плюс 32, 112. Плюс 112 человек, вот смотрите, плюс 112 человек в команде у вас и плюс 14, которые были наверху. У вас в команде 126 человек всего. И вот смотрите, что происходит. Первый стол у вас закрывается еще раз. Вы еще раз получаете 89 и уходите на реинвест. Второй стол закрывается еще раз. Вы получаете $214 и уходите на реинвест. И третий стол закрывается. Вы получаете плюс $650. $650 с реинвеста третьего стола. Потому что четвертый стол уже открыт. Вам нужно только за 150 автоматически у вас с $800 откроется на 150 реинвест. Значит, вы получите 650. Вот считаем.
303 плюс 650. Вот вам, пожалуйста, 953. И плюс, давайте, 953 я запишу, чтобы не забыть. И плюс вы получаете рефералку. То есть с каждого реинвеста, с каждой активации реинвеста, то есть автоматического перехода, каждый раз к вам идет реферальное вознаграждение. И вот смотрите, во втором столе, значит, точно так же, ну, то есть на реинвесте второго стола, значит, точно так же три ваших партнера принесут вам по 1,8 долларов. На третьем столе точно так же по... А я не посчитал, кстати, третий стол. Рефералку, да, я 1,8 посчитал, а 5, друзья, еще в третьем столе рефералка, естественно, от трех ваших друзей первой линии, да, к вам прилетит рефералка 8,75, насколько я помню, что-то забыл, опять таблицу не скопировал в ноутбук. 8,75 умножить на 3, то есть порядком 27 долларов вы получите. Вот. Поэтому вот она ваша 1000, да, то есть с учетом реферальных вознаграждений у вас 1000 долларов на кабинете. Причем 1000 плюс 460, которые вы получили с первого круга. То есть почти 1500 долларов у вас есть спокойно, а в команде всего 126 человек. Понимаете? Вот так устроен маркетинг в цифрах. И плюс к этому, что у вас еще остается в накоплении, у вас акции остаются. Когда в вашей команде 112 человек, значит, ваши три первых человека закрыли ранг серебра, они получили также по 10 токенов, и вы получили еще 15 токенов. То есть у вас в кабинете будет 25 токенов, а это 250 как минимум долларов на сегодняшний день. Но каждая активация, 10% с каждой активации, с каждого реинвеста идет в наполнение этого кошелька, с которого выплачиваются дивиденды акций, ну вот, которые у вас приобретены. Поэтому по смарт-контракту стоимость одного токена будет постоянно расти, потому что постоянно будет наполняться всеми участниками компании Money Magnet. Значит, все, тут я объяснил. Это ваша 1000, и, естественно, уже у вас есть команда, у вас уже включена дубликация. Дальше что вы делаете? Вы себе приглашаете еще 3 человек, и у вас происходит то же самое. Но тут вы уже открываете себе платину, и эта история уже не умещается на экране, потому что там сыпется такое количество реферальных вознаграждений, что я не смогу это расписать и показать. Это нужно потратить часа 2, чтобы от начала до конца до платины расписывать весь путь. Вот. Просто я к тому, что когда вы доходите вот здесь на платине, вот здесь на платине, ну, то есть, когда вы доходите до платины, вы уже получаете разницу 15% с глубины, и ваши партнеры, доходя до платины, вы получаете рубина, и все, а там по таблице рубина вы реферальными вознаграждениями будете получать больше, чем вы получаете бонусы на закрытие стола. Понимаете? А двигатель всего процесса – это шикарный маркетинг и инструменты, которые есть у компании для входящего трафика, для реализации входящего трафика, чтобы он у вас появился. И вот эти инструменты, они настраиваются, ребят, на телефоне. Не надо компьютер, не надо каких-то специализированных технических знаний иметь. Это все настраивается на телефоне. Вот. Поэтому это легко дублицируется. И поэтому у нас строится команда, у нас приходят люди, которые еще даже не занимались в интернете, понимаете, а у них уже появляется возможность настроить инструмент и построить себе команду.
Надо только, естественно, уметь встречать входящий трафик. На это у нас есть отдельные школы. Мы, в принципе, сегодня тоже затронем моменты эти, как встречать холодный трафик, потому что будем говорить сегодня о готовом решении, как оно работает, что в него включено. Вот, значит, по цифрам я вам объяснил. Я думаю, что это прям доходчиво, понятно. И еще раз говорю, ценность здесь все-таки, это стратегия начала работы с $215. Эта ценность дает очень быстрый старт, очень быстрый толчок. С $15 любой партнер, он имеет право и возможность активироваться на $15 и попробовать все это дело. Да? А уже когда попробует, обязательно нужно делать апгрейд на еще два стола, два пакета, взять себе обязательно за 50, за 150 и строить команду уже, когда вот у тебя три стола активировано. Это дает очень быстрый старт. Это, во-первых, все деньги возвращаются, да, в любом случае вы поработаете. Если не получится как-то по списку, у вас есть, опять же, вышестоящий куратор. Мы сейчас поговорим по поводу этого. Значит, если не получится по списку, придут партнеры по инструменту. 14 человек вы наберете в любом случае. Через месяц, через два, через три. У кого-то это быстро получается, за 2-3 дня. Кому-то месяц надо. Все мы разные, у всех у нас разный опыт работы в интернете. Кто-то тысячные команды за 10 дней делает, а кто-то вот 3 человека в месяц. Вот, поэтому у каждого результат разный, но достичь его может любой, понимаете? Есть такие, есть все возможное, есть все возможности в Money Magnet, чтобы это сделать. И маркетинг, и инструменты, и школы, которые мы проводим. Значит, дальше. Я тут себе записал. Значит, финстатистика. Значит, это мы поговорили, как заработать $1000, вы теперь знаете. Легко и просто, 14 человек в команде, и доносите именно ценность активации на три стола. Потому что партнер получает все инструменты сразу, и он может их уже изучать и строить их быстрее гораздо. То есть, ну, ценность возрастает. Значит, дальше, значит, финстатистика. Смотрите, хотел еще сегодня поговорить о кабинете. О нашем кабинете Money Magnet. Так. Лилия Малышкина у нас тут есть. Кабинетик такой, в котором я все всегда показываю. Значит, смотрите. У нас есть кабинет, и в кабинете есть кошелек. В кошельке у нас есть несколько кнопочек. Баланс, статистика, фин, статистика и мой чек. Вот давайте еще раз разберем, чтобы было четкое понимание. Когда вы нажимаете на баланс, у вас выходит вот такая картинка, где ваш баланс столько-то, от рефералов получено столько-то, накопление для реинвеста столько-то, накопление для следующего стола столько-то. Давайте разберем эту табличку на примере вот этой таблички. Видите? Значит, вот смотрите. Ваш баланс, вот здесь было $164. От рефералов 17,75. Что это значит? Вот эта вторая строчка от рефералов 17,75 USDT, это общее количество USDT, которое пришло к вам от рефералов. Но они у вас сидят в счете на вывод. То есть эти деньги, они сразу идут в первую строчку, ваш баланс. То есть вы видите здесь, и эти 17,75, они тоже входили вот сюда. Да? Значит, вот смотрите, здесь получается у этого партнера на втором столе активировались два партнера. И по $3, значит, было перечислено на кабинет, то есть $6. И в третьем столе активировался еще один партнер. И получается, что пришло еще 8,75.
8,75. И вот 8,75 плюс 6 как раз и дало 17,75. Вот. Или три партнера там, не помню точно, значит, 9, да, 9 плюс 8,75, вот так. Значит, три раза по 3 доллара и один раз 8,75, понимаете? И вот они сидели все вот здесь в первом счету, счет на вывод. То есть, когда вы смотрите вот сюда на вторую строчку, это общий чек от рефералов. Но эти деньги, они сидят в балансе. Вы ими уже пользуетесь. Поэтому, когда у вас 0, а здесь вы видите, допустим, 17, и вы хотите их снять, их уже нету, вы их уже сняли. Они находились вот здесь в строке «Ваш баланс». Значит, накопление – это понятно. Это 6 мест. Значит, накопление на следующий стол – это 6 первых мест, которые занимают участники. С этих 6 мест накапливается 1/6 часть от стоимости следующего стола, и у вас активируется стол. На этот счет идет последние, с последних 2 мест 1/2 часть от стоимости следующего стола, и у вас активируется реинвест. Вот. То есть вот эти вот 3 счета, их нужно понимать. То есть здесь не 4 счета, здесь 3 счета. Один общий на вывод, и он отображен двумя строчками. Ваш баланс и сколько пришло от рефералов. Но ваш баланс, он плюсует сумму, которая указана от рефералов. То есть она уже находится автоматически здесь. Вот. Это я вам показал, хорошо? Объясним. Так. Также здесь понятно, что есть пополнить, вывести и перевести партнеру. То есть у нас есть внутренний перевод, где мы можем спокойно нужную сумму УЗТ перевести партнеру. А партнер нам, допустим, на карточку скинул в рублях. Таким образом, вы можете не тратить какие-то проценты на выводы, вводы, на обмен криптовалюты и так далее. Дальше. Дальше, то есть кошелек. И вот смотрите, тут у нас есть статистика. Нажимая на статистику, вы получаете такую картинку, в которой все предельно ясно. То есть сколько у вас партнеров в первой линии, сколько партнеров в команде, какие партнеры стоят на каких столах. Это все вы видите вот здесь. И финстатистика, кнопочка. Нажимаете на фин статистику, и вы видите все перечисления, которые были у вас в кабинете. То есть все перечисления партнеру, все перечисления вам, в вашу сторону, то, что поступали реферальные и бонусы со стола. Вот это вы все видите, начисление токена. То есть вы будете в фин статистике видеть все, что происходит в вашем кабинете по начислению либо списанию каких-то денег на активацию следующих столов и реинвеста и так далее. То есть это как раз вот кнопочка вам для финансовой статистики. И, естественно, мой чек – это очень красивая картинка, которая будет показывать вашу красивую аватарку, чек, ваш стол максимально открытый и ваш ранг, да, и имя, фамилия. То есть эту картинку вы можете пиарить в своих соцсетях, показывать, какой вы молодец, какая у вас классная команда и в какой крутой компании вы достигаете больших результатов. Так, все, это я рассказал. И теперь про готовое решение. Друзья, что входит в готовое решение. Многие как бы, ну, еще кто-то не попробовал, кто-то уже попробовал, но еще пока не понял. Вот, хотя прилетел, допустим, партнер, но человек еще не понял, как это произошло. Давайте так. То есть готовое решение – это несколько сервисов, которые объединены в себе. Что оно делает?
оно помогает автоматически настроить, во-первых, купить вам чат, да, отлеженный полугодовалый чат, если у вас такого нет. Если у вас в Телеграме есть свой чат, к которому полгода как минимум, то вы его просто привязываете к этому сервису, и этот сервис наполняет ваш чат уникальным контентом. Этот контент у каждого человека будет разный, и слова, и текст, и видео рандомизируются, то есть он будет именно уникальный. Он будет выглядеть примерно так же, похоже, но по факту он уникальный. Дальше у вас автоматически настраивается в вашем чате, это вы все на телефоне делаете, представляете, просто нажали кнопочку «Привязать группу», и все, у вас она наполняется, у вас последнее сообщение сразу же включено в бот админа, в бот «Последнее сообщение», и это сообщение каждый час у вас удаляется и каждый час публикуется заново. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваша группа, у ваших партнеров, которых вы добавили в эту группу, была всегда в топе. Она всегда будет в Телеграме вверху. Потому что каждый час публикуется сообщение, и любой партнер, которого вы добавите в этот чат, он всегда будет видеть синенький кругляшочек оповещение, что новый пост, и циферка 1 будет стоять. То есть, что там опубликован в этой группе новый пост, зайди посмотри, хозяин. Да? Для этого это нужно, и это очень классный инструмент, его нет, в принципе, нигде, есть полуавтоматическое решение, а здесь именно полностью автоматическое решение, которое позволяет ваши группы выводить в топ любое количество ваших групп. И этим занимается бот-админ, бот последнего сообщения. Он сразу же автоматом включен в настройку, и вы получаете себе группу уже с настроенным. Дальше мы с вами на технической школе будем разбирать, как откорректировать, как подкорректировать, как зайти к себе в админку и все это поменять. То есть вы сами под себя сможете настроить любые текста, любые картинки бота последнего сообщения. Вы можете сделать 3 поста, чтобы в разное время разные посты, допустим, выходили и так далее. Все это мы с вами пройдем в технической школе. Это будет все доступно с телефона. Понимаете, вот это просто вот то, что мне нравится, что мы делаем, да, мы делаем для всех. Вот этот IT-инструмент вот просто поголовно для всех. А если раньше мы к себе набирали команду айтишников для обучения, мы набирали именно технически образованных людей, кто понимает толк в компьютерах и так далее, в программировании, то сейчас мы готовы, компания выдает вам инструмент, который позволит вам двигаться любому партнеру с любыми техническими данными, получать входящий трафик, а уже за вами работа, это мы сейчас поговорим, работа по первому касанию с этим трафиком, знакомство и так далее. Значит, теперь дальше. То есть у вас есть чат. Вот этот чат, он наполнен. Все. Дальше вы через этот сервис, вы его наполняете, в общем, идет прогрев этого чата, да, вы наполняете аккаунтами, которые там не люди живые, да, а зарегистрированные аккаунты. Эти аккаунты просто для цифры, для наполнения, для того, чтобы этот чат, он начал какую-то работу, да, чтобы Telegram увидел, что в этот чат приходят люди. Дальше мы в этот чат подключаем также одной кнопочкой второй сервис, это сервис взаимной подписки. Наши партнеры, комьюнити, компании, каждый постепенно, рандомизированно заходит в чаты наших партнеров, ставит там пару лайков и выходит. Таким образом, ваш чат получает органический трафик, то есть живой трафик аккаунтов, с которых ведется переписка, ведется звонки, общение и так далее. Телеграм это видит, что это живой аккаунт, и этот аккаунт, он постоянно заходит, выходит, и разные аккаунты заходят, выходят в эту группу, значит, здесь есть органический трафик. Это все происходит нагревание
подготовка этой группы к инвайту. Дальше вы в эту группу добавляете своих друзей, своих партнеров. Вы пишете ему кругляшочек. Не надо рассказывать маркетинг ни в коем случае. Вы рассказываете о том, что вы узнали о классной компании, у которой есть инструмент. И у этой компании за счет этого инструмента есть маркетинг, чтобы можно было зарабатывать еще. Да? Я создал свой собственный чат. Это не чат компании, это мой собственный чат. Там только мои друзья. Зайди, пожалуйста, посмотри. И скидывайте ему пригласительную ссылочку. Ваш друг, ваш партнер, он пройдет по этой ссылочке, ознакомится с информацией, и это тоже будет подогрев вашего чата. Это будет, опять же, органический трафик, да, идти. Дальше партнер уже либо заинтересуется, либо не заинтересуется, выйдет. В большинстве случаев все это нравится, и человек проходит по ссылочке, которая у вас есть автоматически наполнена в боте последнем сообщении. В последнем сообщении ваша ссылочка специальная. Причем у всех разные ссылочки, это не будет заспамливание этой ссылочки. Ваш партнер нажимает на эту ссылочку, и он попадает в первый сценарий. И он проходит по первому сценарию, он смотрит видео маленький, короткий, полторы минутный Андрея Прохорова про инструменты, про компанию, потом такой более большой, там 25-минутный маркетинг, если он хочет. И каждый раз у него есть кнопочка написать куратору, активировать первый стол за $15 и посмотреть маркетинг целиком, да, то есть там три кнопочки. То есть его сопровождает полностью вот весь этот первый сценарий. Он может дойти до конца, он может не дойти, он может нажать на кнопочку и сразу активировать и так далее. Вот. Таким образом вы получаете входящий трафик. То есть у вас либо приходит уже сообщение в боте, что по вашей ссылке зарегистрировался такой-то человек. И вы берете, ему пишете, что вы очень рады, что вы в его команде и начинаете с ним работать. Значит, либо он пишет вам в личку. Слушай, я есть у тебя в чате, я посмотрел, мне интересно, я прошел по ссылочке, посмотрел там видео, не понял, правда, допустим, как пополнить кабинет, допустим, да, все, вы ему начинаете помогать, вы начинаете с ним коммуницироваться, объяснять ему, уделите 3 часа времени, вот прям галочку себе поставьте, на каждого партнера уделите 3 часа времени. Человек, этот человек, с ним нужно пообщаться, ему нужно объяснить, ему нужно помочь. У каждого у нас разный опыт, разное знание, и поэтому уделите время, иначе ваш партнер вас не полюбит и, может быть, и не будет с вами двигаться. Он, может быть, прошел по вашему боту, значит, получил информацию, но если вы его не встретите полагающим образом, он возьмет, выйдет и зарегистрируется под сильного партнера, да, который будет ему помогать. Поэтому встречайте всей душой, это ваши партнеры. Если вы их добавили к себе в чат, значит, вы хотите с ними познакомиться. Вы же не добавляете всех подряд. Это тоже было у меня в технических школах. Я говорил, как создавать список, как собирать список целевой аудитории. Также через наши сервисы все это делается. Но этот список нужно потом самому пересмотреть и удалить из этого списка ненужные контакты всяких собачек, кошечек. Зачем вам такие партнеры? Вы строите бизнес, поэтому оставляйте в списке только тех, кого вы хотите видеть у себя в качестве партнера. Так, отлично. Что такое готовое решение, я объяснил. То есть это и есть готовое решение, которое помогает привлечь к вам трафик, чтобы вам написали, что мне интересно. И вот теперь дальше. Инструмент закончил свою работу. Понимаете? Вот он привел к вам человека, он работу закончил свою. Дальше обязательно вступает личное общение. И как только вы увидели какое-то уведомление, либо в личке, либо в боте, что по вашей ссылке зарегистрировался человек, обязательно напишите вашему партнеру, познакомьтесь, назначите встречу на удобное время, и уделите ему 3 часа времени. Спросите, во-первых, самое первое, что нужно спросить, что ты понял. То есть ты посмотрел видео, что ты понял с этого видео.
давай я тебе все, вот вы когда, не надо сразу атаковать, вы сначала спросите, что человек понял, что его заинтересовало, и только после этого переходите к вопросу-ответу и ведите двухстороннее общение, не говорите сами только постоянно. Значит, и вот смотрите, вот здесь есть один момент очень важный, который я хочу порекомендовать. У вас у всех есть вышестоящий куратор. И когда к вам приходит какое-то сообщение, на первых порах, пока вы еще не разобрались, если вы не знаете маркетинга, мы конечно, говорим об этом, что каждый партнер обязательно должен изучить маркетинг. Да? То есть вы должны взять нашу презентацию и сами для себя ее взять и провести 3-4 раза. Для того, чтобы вы могли объяснять это в свою команду. Но не у всех это получается, не у всех есть такой опыт рассказывать полную презентацию. Поэтому у вас есть вышестоящие кураторы. Используйте их творчество, их силу, их умение, их опыт. Когда к вам написал кто-то по готовому решению, допустим, в входящем потоке у вас есть... Назначьте с этим человеком встречу на определенное время и пригласите вышестоящего куратора. Если вышестоящий куратор у вас слабый и не умеет тоже проводить презентации, идите еще на один уровень выше. В любом случае вы найдете там 2-3 уровня вверх, вы найдете сильного активного лидера, который с удовольствием у себя в глубине проведет эту встречу. В крайнем случае назначайте просто встречу на презентацию. То есть вы скинули кругляшочек, значит, переговорили, что понял человек и что еще пока не освоил, и потом приглашаете его, не рассказывайте все сами, приглашаете на презентацию к Алтаю, к Андрею, к Ларе Барышеву, ко мне. То есть на первую же презентацию, которая будет по графику, по нашему расписанию. Приглашаете на презентацию, партнер ваш пришел, презентацию посмотрел, только потом уже говорите об активации, об стратегии работы и так далее. Ведите правильную этику, зовите правильно, не зовите на какие-то живые очереди, на какой-то пассив с неба падающий, да, какие-то золотые горы. Говорите правду, что Money Magnet – это очень классная компания с огненным, очень шикарно продуманным маркетингом, очень денежным, жирным маркетингом и инструментом, который позволяет строить команды, и школами, которые позволяют получить вот как бы новую профессию. Дальше по готовому решению я еще хотел, вот что еще хотел, немножко отвлекусь от той темы, забыл просто, сейчас вот начал говорить. В готовом решении, когда вы один чат настроили и начали получать входящий поток, вы начнете масштабироваться. Так вот, масштабироваться вам поможет уже клонер, чтобы вы 10, 50, 100 чатов не создавали ручками. Вы это будете делать автоматизированно за счет еще одного инструмента – клонер. И этот клонер будет наполнять ваши группы. Этот клонер будет вам, этот бот последнего сообщения туда тоже так же добавлять и так далее. То есть у вас будет очень мощный скачок, когда вот сначала вы пробуете на один чат, тренируетесь, пробуете, смотрите, как это все работает. Настройка идет 10 дней, 7-10 дней. То есть никогда... Не начинайте, значит, раскручивать свой чат в первый же день, то есть инвайт туда делать, какую-то рассылку на эту группу. Нет, эта группа должна пожить в том наполнении, в котором есть. Туда должны потихонечку зайти люди, лайки проставить. То есть группа должна потихонечку пожить 10 дней. И только после 10 дней, опять же, потихонечку, не более там 100 человек в день, на нее можно потихонечку добавлять инвайт. 10 тысяч человек вы туда сразу не зальете. У вас группа вылетит в бан. Так вот, и когда вы начинаете масштабироваться, как раз дополнительные инструменты, те, которые идут у нас в компании, они помогают вам масштабироваться. То есть клонер позволяет вам именно масштабироваться и получать 100 заявок в день. Вы уже садитесь, 5-6 лидеров садитесь, и 100 заявок берете и
обрабатываете, да, то есть начинаете на созвонах, и вот у вас 100, представляете, 100 человек написало, их же встретить надо, да, то есть слишком большой трафик, это тоже, он не нужен, достаточно 2-3 входящие, 2-3 входящие заявочки, чтобы спокойно с человеком поговорить, спокойно пообщаться, нравится, не нравится, и пойти дальше. И если вы это планово каждый день делаете, в месяц у вас 150-300 человек спокойно в команде уже есть. Вот, что хотел рассказать. И как приглашать. Да, вот еще. Очень часто задают вопросы. Как приглашать? Спрашивают у лидеров, как вы приглашаете. Смотрите. Однозначно, если партнер не изучил маркетинг, если у него нет навыков ведения переговоров, первым делом хотя бы почитайте книжку. Допустим, «Переговоры на кулаках». Очень классная книжка. Она даст очень много жетончиков, и вы поймете, как вести переговоры. Но если у вас нету, как сказать, вы не можете объяснить, вы не можете рассказать, у вас есть всегда вышестоящий. Настраивайте инструмент, получайте входящий поток, и дальше, то есть входящий поток партнеров, это живые люди, которые хотят с вами познакомиться. Поэтому если вы им не отвечаете, потому что у вас барьер, вам страшно, либо вы не знаете, что сказать, то вы не строите бизнес. Да? Во-первых, это нужно изменить в себе что-то, взять этот стержень, в себе найти, изучить маркетинг и начать встречаться, перебороть себя. И начать встречаться со своими партнерами, которые пишут вам в личку, вам пишут, не вашему куратору. Но на первых порах прибегайте к услугам ваших вышестоящих кураторов. Вот, то есть связывайтесь с ними, говорите, у меня по воронке пришел человек, помоги, пожалуйста, с ним встретиться. Все. С удовольствием вышестоящий поможет, потому что ему интересно, чтобы вы стали золотом. Ему интересно, чтобы вы стали платиной, рубином и так далее. Поэтому любой партнер вышестоящий, он всегда вам поможет. Здесь Манимагнет, он устроен так, что на глубине мы всегда, нам выгодно всегда помогать. Вот, выращивать лидеров на глубине. Поэтому первое, что скажу, что когда к вам кто-то что-то написал, вам в любом случае с человеком связаться нужно, чтобы назначить определенное время, и вам нужно связаться с куратором. Вот это первое, что нужно сделать. И тогда у вас не будет вопроса, как приглашать. Что рассказывать? Я еще раз говорю, вам не надо ничего рассказывать. Вы слушаете, как говорит ваш лидер, ваш куратор. Вы слушаете, как он объясняет преимущества, как он объясняет маркетинг, как заработать $1000. Вы это все слушаете, впитываете, и потом вы точно так же будете помогать. Так, извините, позвонили. Меня слышно? Да, Макс, был сбой. Добрый вечер. Сейчас... Супер, супер. Вот, то есть, очень важно, вот это прям очень важно, сами не рассказывайте, вот честно, вы сначала поработайте с куратором, расскажите маркетинг куратору. Если он скажет, все, у тебя супер получается, значит, можете рассказывать и проводить свою презентацию. Если вы это не сделали и начинаете сами рассказывать, но итог будет такой же. Ну, итог будет очень как бы слабенький. То есть конверсия активировавшихся под вами партнеров, она будет очень как бы маленькая. Поэтому... У нас, поймите, что в Money Magnet у нас как бы симбиоз MLM 2.0 и автоматизация. Автоматизация позволяет получить входящий поток, но MLM 2.0 позволяет активировать человека. То есть вот это вот
вот эта вот трешечка, связка трешечек и автоматизации, вот это должно дать очень хороший толчок командостроению. И если это будет каждый делать, то это будет прям просто песня. Поэтому обращайтесь к вышестоящему куратору, не стесняйтесь, они готовы вам помогать, готовы проводить встречи. И сами тоже ставьте план, что вот вам нужно как минимум две встречи в день, да? И все, и проводите эти встречи, назначайте с вышестоящим куратором, проводите встречи. Пусть он объясняет преимущества, рассказывает цифры, рассказывает про инструменты, какие здесь есть, про ту школу, которую опыт, который он получит в Money Magnet, и за счет этого опыта у него появится новая профессия. Не только новая профессия, а новая возможность десятилетиями зарабатывать в интернете. Вот это очень важно. Так, давайте, у нас времени осталось буквально минут 15, и я помчусь, поэтому включаю микрофончики. Значит, Андрей, включаю микрофончик, у Ангелины включен микрофончик, и Дима. Да. Андрей, да, слушаем тебя, Андрей, добрый вечер. Да, приветствую, Максим. Очень-очень классно сегодня провел, мне очень понравилось. Единственное, что бы я хотел, чтобы ты дотронулся бы сейчас, если у нас есть новички, это мы будем через пару дней настраивать готовый инструмент немножко по чату, чтобы не было так, как, допустим, было со мной, когда я использовал свой старый чат с кучей контактов, а потом Telegram меня девальвировал, весь чат до нуля, и я его потерял. Вот, может быть, хотелось бы, чтобы ты немножко рассказал, как лучше всего организовать чат, может быть, не как свой основной, не к своему основному номеру, а может быть, к другому номеру даже. И второй вопрос, когда будет обучение вот нового инструмента, хотелось бы узнать, чтобы, угу. Чтобы не пропустить это дело. Значит, первое обучение пройдет в субботу. Мы в субботу прям с вами пройдем, что нужно сделать тем партнерам, кто уже настраивал, и что нужно сделать тем, кто еще не настраивал. То есть это мы прям пошаговый алгоритм мы пройдем. По чатам, смотрите, то есть в качестве безопасности вашего личного аккаунта я, конечно, рекомендую в Телеграме. Есть возможность установки трех телеграм-аккаунтов, в премиум-версии 4. Поэтому купите себе сим-карту, заведите себе дополнительный аккаунт. Этот аккаунт вам пригодится для того, чтобы писать незнакомым партнерам, а потом переводить их уже, если он адекватный, переводить его на основной. И также там покупать чаты, настраивать чаты. То есть бывают такие ситуации, когда у вас есть свой родной чат, вы несколько лет в этом чате, разные компании у вас были в этом чате, вы просто чистили, наполняли заново, и у вас там есть ваши друзья. И вот просто представьте, что этот чат, он может заблокироваться, а он может заблокироваться, то есть Telegram, он может просто заблокировать, потому что в этот чат идет инвайт. А инвайт – это такой вид спамовой рекламы. Поэтому вы можете, то есть надо к чату обращаться как к расходнику. Если вам этот чат очень дорог, и у вас там есть люди, с которыми вы общаетесь, не надо туда воронку настраивать. Потому что воронка должна быть настроена на чат в виде постера, то есть как вот вы по дороге едете, есть баннер, да, все, вот это одно место, оно предназначено для этого баннера, и поэтому чат ваш – это расходник. И если у вас есть свой чат на 1000 человек, и вам его не жалко, то есть он у вас для работы, и вы понимаете, что этот чат может удалиться, спокойно на него настраивайте, потому что этот чат, он будет более как бы для Телеграма, как сказать, ну, то есть Телеграм не будет на него сильно внимания обращать, потому что этот чат работал уже несколько лет, у него там переписка, вот, он, все, этот чат уже подогретый, и вы в него сразу инвайт можете делать по 100 человек в день.
А если мы с вами настраиваем новое, то, конечно, желательно взять себе отдельный телеграм-аккаунт именно на симке, не просто купить где-то, а именно на симке, чтобы была возможность восстановить. Ставите себе туда, покупайте группу. Макс, можно я чуть-чуть внесу? Прости, что я тебя перебиваю, просто сразу мысль поймала. Да, нам еще было техническим отделом, да, было принято решение, что у нас в сервисе, да, в целом, да, в нашем инструменте готового решения появится такая функция, как приобрести даже Telegram-аккаунт, друзья. Об этом, конечно же, да, то есть уже в обновленной версии Андрей и Максим расскажут, да, то есть Андрей завтра, Максим на технической школе в субботу, так что, друзья, даже вот просто столкнувшись с тем, что, ну, один телефон у кого-то вообще, да, то есть ребята, кто из СНГ, да, у них вообще там одна симка российская, больше нет возможности, да, ну, чтобы на русском языке, да, у них был инструмент. В общем, было принято такое решение, поэтому для новичков и для всех вот еще такая информация. Спасибо, спасибо. Да, да, совершенно верно. То есть, вот смотрите, какая рекомендация, да, то есть должен быть обязательно отдельный аккаунт, и этот отдельный аккаунт – это тоже расходник. Вы должны просто понимать, что это просто рекламный аккаунт. Вот, на этот рекламный аккаунт вы купили группу за 150 рублей, это небольшие деньги. Эта группа полгода уже где-то отлеживалась, туда кто-то заходил постоянно, что-то постил, представляете, полгода. И вам эту группу отдают в собственность за 150 рублей. Поэтому вы спокойно покупаете эту группу, привязываете его к этому аккаунту и на эту группу настраиваете готовое решение. И все, вы обезопасены. То есть никаких не произойдет моментов, то есть что-то даже если произойдет, вам не будет жалко. Вы просто еще раз купите аккаунт, купите группу и начнете работать дальше. Понимаете, вот в чем вот отношение как к расходнику. Вот. Поэтому еще раз говорю, что настройка готового решения – это не игрушки, это бизнес-процесс, который нужно понять. Поэтому приходите на технические школы, смотрите по шагам алгоритм, который мы делаем, и не допускайте ошибок, чтобы потом не хвататься за голову. Я этого не знал, я не был, я не слышал и так далее. Друзья. Большое спасибо, да, Максим, за информацию. И еще одну маленькую детальку. Ты сегодня здорово говорил, обучал людей, что они могут делать в той или иной ситуации. Вот было бы, может быть, здорово, если бы вы продумали, может быть, организовать чат-скрипты, где просто бы указывали людям, новичкам, кто никогда не работал в интернете, что необходимо делать при той или той ситуации. Это было бы просто здорово. Все, большое спасибо. Дело в том, что я объясню. Мы уже общались по поводу этого. Да, у нас будут школы по скриптам, школы как приглашать. Но я просто знаю одно, что даешь какой-то скрипт, и любой партнер, он считает, что это волшебная палочка, начинает им пользоваться. И прогорает, потому что нужно иметь еще опыт говорить эти скрипты в правильном месте вставить этот скрипт, понимаете, с правильной интонацией, где-то с паузой. И это целый опыт, да, этому не научить, это не дублицируется, понимаете? Вот наши IT-продукты, они дублицируются. Опыт человека не дублицируется. Поэтому я и говорю, идите выше к вышестоящему, и пока у вас не получается, пользуйтесь услугами вышестоящего, да, то есть просите полчаса времени на вашего партнера. Если вы его получили по входящему трафику, не надо сразу ему все рассказывать, скрипты ему на голову сыпать. Воспользуйтесь сначала, значит, попросите куратора, сами подучитесь. Вы когда в этих трешках начнете, некоторые партнеры даже в трешках ни разу не участвовали. Вы просто попробуйте, насколько это энергетически классно, насколько это зажигает. И потом вы поймете, как люди в команду приходят гораздо круче, чем вы. То есть лидер-миллионник спокойно приходил ко мне в команду, когда у меня еще не было миллионной аудитории. Понимаете? Но он приходил. А приходил почему? Потому что я очень правильно продавал аплайнера,
А планер проводил очень, очень классно встречу, понимаете? То есть я давал очень большую ценность. Это опыт, который не объяснить, его нужно пройти самому. Бесполезно. Я вот понял одно. Пока человек сам не захочет, сам не пройдет, просто ничего не буду говорить. Вот скажу просто, звоните куратору, проводите трешку. Вот первая встреча по готовому решению, по трафику. Сами не встречайте, звоните куратору, проводите встречу с куратором. Вот тогда, через недельку-две встретимся и скажете свои результаты. Друзья, извиняюсь, мне надо ехать сегодня чуть-чуть пораньше, поэтому с удовольствием бы выслушал вопросы. Карен, давай, Карен, включаю микрофончик, слушаю вопрос. И побежали. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Я до этого покупал, ну не только я, и у меня партнеры покупали группу, и заказывали накрутку, все было хорошо, инвайт, все. Были даже какие-то общения, но группы эти слетели. Ну, у многих слетели, у кого-то не слетели. Трафик-бот берет на себя, они вам восстановят. Только вы пишите не в техподдержку, а пишите. Это я завтра все объясню, расскажу. Трафик-бот именно, правильно? В субботу я все объясню, кто потерял группы, кто потерял инвайт, который заказывал. Все это будет восстановлено повторно за счет компании. В субботу, да, это будет сказано? В субботу, да. Видите, как мы вас радуем? Да, видите, как мы вас радуем? Так, Максим, потеряли группы. Да. Восстановим. Да. Макс, если тебе надо идти, то ты, конечно, беги. Спасибо тебе. Сегодня просто была огнищенная школа. Просто все по шагам, все просто по циферкам. 1000 первая, это просто улет, я тебе скажу. Это просто улет. Почему я не просто лидер компании? Объясните мне, пожалуйста. А? Потому что ты следишь за этикой компании, за продвижением компании. Это и в этом и есть. Кстати, что вы можете говорить? Вы можете говорить постоянно первым, вот любому своему партнеру говорить, а ты видел компанию, где у создателей нет своих кабинетов? Вот тут у нас нет кабинетов. Один на всех. И называется «Магнит». Ну, да, он просто стартовый, да, к кому, к чему привязывается. Да. Все участники, ну, я имею в виду, да, выставляются. Это очень честно и справедливо. Но руки чешутся, руки чешутся, душа прям просится. Макс, ты беги, спасибо большое. Если у ребят есть вопросы, друзья, я могу остаться и по вопросам ответить. Если нет, то тогда будем заканчивать мероприятие. Я хотела еще, да, сказать немножечко, да, если ты позволишь. Если нет, ты можешь отключаться, если тебе срочно надо, да. Друзья, у нас завтра вечер с админом, завтра просто огнищенские новости, просто огнище, бомбище, потому что, да, готовое решение в новой обновленной версии уже готово, и завтра Андрей все расскажет, прямо покажет, да, как, что это будет уже в действии. В субботу, друзья мои, у нас новый формат «Время лидера». Я еще расскажу все это, естественно, на канале, друзья, у нас новый формат мероприятия. Приходите, интервью с нашими лидерами у нас будут, не буду открывать занавес, да, у нас 4 будет лидера, друзья, для лидеров это, конечно же, подавайте заявочки, кстати, на такие, да, интервью с основателями, компаниями, на все комьюнити. Дело в том, что это как раз-таки, да, повысит ваши скиллы публичных выступлений, вообще, да, в целом ваш профессионализм. Ну, а для новичков комьюнити, друзья, это, конечно же, мощнейшая мотивация и перенятие опытов у профессионалов своего дела. И в субботу у нас техническая школа, интерактивная техническая школа с установкой готового решения в обновленной версии. Поэтому, друзья мои, посещайте наше мероприятие. У нас также продолжится, как только у нас включится готовое решение, у нас продолжится промоушен по готовому решению. Я еще все напомню, все расскажу. Ну и не забываем, друзья мои, у нас карьерный промоушен до 20 февраля. Успевайте, кто еще не успел, успевайте, у вас еще есть буквально несколько дней. Ну все, друзья мои, все, что я хотела сказать. Максим, спасибо большое и за школу, и за возможность сделать анонсы. Друзья, всем спасибо за участие.
Так, ну что, я думаю, что Максим уже у нас, друзья мои, наверное, убежал, да? Если есть вопросы, друзья, пожалуйста, да, поднимайте, нажимайте на серединку вашего экрана, где микрофончик. В принципе, да, у нас еще регламент есть 10 минут. Если нет, то тогда побежим работать. Ну, кто-то отдыхать, кто-то дальше работать, потому что готовится очень много всего. И, конечно же, идем только вперед. Только идем вперед к самым лучшим успехам наших партнеров, партнеров Money Magnet, друзья. Так, Ларис, привет. Всем привет. Да, Дим, привет. Да, это как его? Да, Дим, добрый вечер.